что этот рок идет из 90-х, где практически нас можно было и в Барбоксе фестивале ставить. Но тем не менее, и назвать, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И как здорово, что вы все сегодня здесь собрались. И как здорово, что устроители этого прекрасного фестиваля собрали нас, музыкантов. Мы друг с другом не видимся. Нет. Как это? Много месяцев. И нам очень приятно. Приятного вам вечера. Группа Иван Кэш. Мы выбрали песню, чтобы вы могли с нами петь. Thank you.
конечно же, Говорок концерт. Давайте еще пошумим, пошумим! А давайте немножко сделать чуть-чуть ветерочек, чтоб подуло. Ну что, здравствуйте, родные. Ну что, мы начинаем. Поехали! Поднимите руку, кто не полигамен. Паша! Раз, поймал.
Ладно, не будем. Зачем ты это? Так, давайте узнаем из этой песни, были ли мы татаро-монголами или нет.
Thank you.
кто-то просит. Thank you.
сделать, да? Не, не надо даже делать. Трилли. Грозу. Сереж, можно этих музыкантов их потише сделать? Мне сейчас задали. Нет, мы себя на сцене еле-еле чуть-чуть слышим. Так, примерно. Вам понятны слова, которые мы поем под нашу музыку? Это нет, а первое да. Какая была строчка во втором припеве? Так, подожди, я сам должен посчитать, да? Летний дождь! И возвращаемся немножко к классике. Оптимистично.
Да, но нет печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. Но у нас немножко другая история – танцы с волками. Вспомним старенькое. Yeah.
после концерта вы что будете делать? Вы будете идти одни домой. И дай бог, чтобы этого не случилось с вами ни с кем, да? Ну давайте споем мы сейчас это здесь и пойдем хорошо домой. Вообще, давайте вот так все время ходить не одни. Это очень... А с кем-нибудь? А с кем-нибудь. Yeah.
Входные, наверное, еще будут, чтобы постоять там, в общем, если кому-то не хватило мест, а мы знаем, что их не хватило. Поэтому, кто может, приходите. Завтра будут тоже замечательные группы. Все мои очень любимые музыканты. Некоторые специально бросили все и приехали из Москвы. Вот так вот, для того, чтобы перед вами выступить. Так что всем до завтра. Надеюсь, что рок-фестиваль будет на следующем году тоже. До свидания.